Всем привет, ребят, с вами я, Руслан, и сегодня я проверю лайфхак от моей подруги Олеси с секретной комнаты, так сказать. Что ж, мне кажется, это все-таки неправда, и никакой нет секретной комнаты. Но я, ребят, все-таки решил это проверить. Для начала, ребят, нам нужен вот такой вот домик, потому что в другом домике никаком нет этой секретной комнаты. Что ж, заходим, ребят. Чтобы нас никто не беспокоил, я закрою замки. И теперь, ребят, нам нужен холодильник. Вот такой вот. И по идее, мы должны на него забраться. И тут должна быть секретная комната. Это реально что? Офигеть! Вау! Это реальный лайфхак! И даже шоколад есть. Две порции возьму, пожалуй. Крутяк, ребят, этот лайфхак все-таки рабочий. Поэтому, ребят, пользуйтесь. Олеся никогда, видно, не обманывает людей. Ладно, ребят, всем пока-пока.